В Западно-Казахстанской области собаки погрызли овец. Это уже второй случай за последние 5 дней. 4 дня назад бродячие животные пробрались в загон одного из дачных массивов и покусали 60 овец и 10 коз. А теперь хозяева не досчитались еще 15 баранов. Причем страдает одна и та же семья. Свой ущерб Ихсановы оценили почти в 1,5 миллиона тенге. В последнее время дворняги стали настоящей угрозой для жителей села. Виной всему дачники, которые бросают своих питомцев, специалисты сельского акимата и сотрудники полиции, уже приступили к отлову бродячих животных. Говорят, отстрелянных собак отправили на экспертизу, но пока ее результаты неизвестны, бешеные эти собаки были или нет. Поэтому не знаем, что делать с ранеными овцами. Ранее убитых и покусанных мы же всех сожгли, 70 голов. Сегодня вот опять 15 баранов загрызли. Есть покусанные, их тоже придется прирезать. Это же наш труд, наш хлеб. Что, теперь скот дома держать?